Прямо сейчас вы находитесь в облаке цифровой памяти. Вы последовали по пути огромной сети за тем, что искали, и оказались здесь. Я техно-шаман. Я техно-шаман. Я техно-шаман. Я техно-шаман. Я техно-шаман. Ежедневно исследую повседневность мира его меняющейся сущности. Бесконечно удерживаю баланс сложности всей системы взаимосвязи, многообразия, сетей существ, населяющих мир Джиджитал. Это мир непоколебимого баланса физического и цифрового, природы и технологий. Соответственно, он нуждается в неусыпном контроле. Контроль такой сложной системы осуществляется глобальным алгоритмом искусственных интеллектуальных систем. Однако их понятийная структура столь иного порядка относительно человеческих языков, что необходимо многоуровневое толкование нового знания. Часть меня могла вырасти в амха, часть преобразоваться в алгоритмы, часть остаться человеческим существом. Мы, населяющие эту планету, многообразны. Киборги, люди, роботы. Не отменяем и не уничтожаем природное многообразие. Принимаем все цифровое и технологичное и существуем в балансе этих двух начал. Производство и потребление основывается на деятельностях корпораций хабов, которые взаимосвязаны большой интернетной сетью, что позволяет наблюдать. И мне в том числе. Поддерживаю жизнеспособность мира. Я такой не один, не одна. Ни одно. Мы техно-шаманы. Мы техно-шаманы. Присутствуем в каждом хабе и содержим гармонию всей системы и взаимосвязи в сетях. Так как мы динамично развиваемся по сохранению непоколебимого баланса для удержания мира от внутреннего взрыва, один раз в контрольный, исчислительный период жизнедеятельности мы погружаем весь мир в цифровой транс для тотального перераспределения и отстройки сети. Я техно-шаман. Ваше посещение нашего описания мира сохранено в облаке нашей с вами цифровой памяти.